Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Narcosis. Продолжить. Нажимаем и что-нибудь вам скажем. Отключили синхронизацию. Хер знает, что такое синхронизация. Не читал, не знаю. Синхронизируют, видимо. Как у вас дела? Как проходит лето? Меня это очень беспокоит. На самом деле. Когда оно уже закончится, оно уже всем надоело. Все нам писали, что лето в этом году очень жаркое, очень невозможное, и всех уже тошнит от этого лета. Так что ждем каких-нибудь хотя бы чуть-чуть похолоданий. Поехали. Ой, кто там проплыл? Оказывается, в эту игру можно еще в VR играть. VR, или как это правильно называется? Короче, очки виртуальной реальности. У кого есть, тоже напишите. А что мы здесь-то? Нам внутрь, что ли, снаружи опять? Снаружи. Мы, наверное, куда-то прошли. В смысле? Наверное. Мы там, где этот хер был, помнишь? Клоп. С множеством ногами. А сохранение только здесь прошло. Значит, нам внутрь идти. Так вот, в эту игру тоже можно в VR играть. Если у вас VR есть, напишите, кто играл когда-нибудь в таких очках. И напишите, как ваши ощущения. Это было, заходи. Сохранение, видимо. Сейчас вручную надо будет открыть. Вручную открывай. Повернись к нему. Алло! Может, мы все-таки куда-то дальше прошли? Нет, не прошли. Заходи. Сохранение здесь прошло. А, сейчас этот паук нам дверь откроет, точно. Мы все это читали, поэтому что это перечитывалось? Да. Что-то открылось. Сейчас, по-моему, какой-то скафандр будет страшный стоять. Вот он вроде отсюда, этот паук, вылезет. Нет, не отсюда. Вот он отсюда вылезет. Там будет дырка. Он вылезет отсюда и пойдет вот туда вниз куда-то. А мы сейчас вот сюда сходим, и когда мы пойдем обратно отсюда, он вот здесь как раз выбьет сзади нас дверь. Просто он как раз туда и пойдет. Ему будет куда спуститься. А тут будет страшный скафандр. Мне вообще эта тема не нравится. Скафандр это страшный. Фаер. Блин, надо заканчивать, когда есть сохранение. Столько топать еще. У нас вроде было сохранение, я не помню. Не, было, не было. Там было после этого. После этой каракатицы долбанной. Ну, в общем-то, Сомма, да? Мы в Сому играем. Вторая часть Сомы. Мне это очень понравилось. Конечно, Сома. Я бы в нее еще раз поиграла бы. Вот откуда ты здесь появился? Тебя же не было. Ну и пофигу на тебя вообще. Все, не обращаем на него внимания, идем дальше. Идем. Не такой страшный, как оказался. Мы думали, он нападать будет. Он не нападал. Что-то мы здесь вроде взяли. Закрыто. Вот здесь будет, наверное, открыто, да. Не здесь будет он, а вот здесь. Я же тебе сказал, что он здесь будет. Ты говоришь, там будет. Вон он сидит. В дыре. А потом мы в дырку пойдем. Это он сидит? Да, он сидит. Не там он сидит, а вот здесь. Вон он сидит. Это он сидит? Да, он сидит. А чё он сидит? Потому что сидит. Хочет он там сидеть. Уж паста там от страха. Ку-ку. Пойдем, в общем, нам надо в радиорубку. Чё-то действительно сидит. Ой, какой он жесть, какой он жуткий. Ладно. Да такой. Ну слушай, ну. Надо ж нам чуть-чуть поглазеть на него. Рыбки тут всякие. Все. Все отвлекает, все столько предметов. 50% кислорода. Ну что там у нас? Компьютер не работает. А что делать? И чё дверь? Открываем дверь. Что нас здесь ждет? Что-то ждет.
А, рука, точно. Нога, рука. Кислородик взяли. Все, все, все. Да, да, да. Паучок проснулся. Да, что-то мы забаламутили его. Сейчас он нам проломит проход. И мы пройдем дальше. Сень, ну что ты не там? Вот так вот стой. Вот он там сидит, видите, да? Сейчас пойдет. Паучок, а, паучок? Давай двигайся. Крабик. Доброе утро. Только к нам не иди. Идет, почему? Он куда-то свалил, какие-то сосиски падают. Они сами нас боятся, в общем-то. Мы их не трогаем, они не трогают нас. Все как пойдёмте. Гармонично. Нам самое главное находить кислород. И, возможно... Вот интересно, доберемся мы все-таки до поверхности? До какой-нибудь? Вот, взять кислород. Все 3000. Взять кислород? Почему бы не взять? 69%. 3000 метров. 3000 метров воды, ё-моё, доберемся. Пока доберемся, сдохнем. Там какую-то камеру надо принимать нам. В общем, это беда, все с этой водой лучше. Я не понимаю, что здесь происходит. Он лезет. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Опять к нам это. Иди нахер, козлина. Как его там зовут? Октопус, на. Сквидвард. Че ты хочешь-то? Че ты там скребешься своей херней? Не получится. Давай ножом херач. А, он сдох. Пошел в задницу. Только кислородик нам потратил. Точнее, мы его издышим. Убыль потный. Вот он. А там сзади ничего нет? Че, он там так и плавает? А, нет, уплыл куда-то. Ой, трупец. Ну, давайте посмотрим. Да кислород не бери, че. Походу, еще один этот. О, получай. Че, можно? Получай чего-нибудь там, да. Как что это можно? Ничего нельзя. Нет, что-то там можно у него взять. Е, получить можно было. Видишь, что-то мигает. Бери. О, что это было? Все взяла. Подожди, у нас только кислород. Это он же смотрит, и у него типа дыхание. Ну как здесь? Ну увидел трупака, ну подумаешь, доктор. Так, умер. Вот это будет страшная комната. Сейчас почему? Такая психоделика начнется. Вот мы в такой шняге ходим, наверное. Да, наверное. Только. Пойдем отсюда, ну его нахер. Ля-л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 я, двери нет уже, вот это облом. Как вам такое? Блин, 29. Шифти, в общем. Вон кислород. Что происходит? Я тоже не понимаю, что происходит. В общем, кислород где-то надо взять. А там что? Там уже все нормально? Я понимаю, что 25%. Я ищи понимаю. Кислород, потом будем осматривать. Так я его ищу. Ну, ищи. Вот он, по-моему, мигает. Да? Ну, я не знаю, что здесь мигает. А, это ракеты. Потные ракеты. Ну, не потные, наверное, пойдут. Ох, какое-то еще задание здесь куда-то войти. Что-то еще сделать. Здесь нет кислорода. Попытка связи. Ищи кислород. Потом будем попытку связи делать. Мы сейчас подохнем. И заново начинать будем. У того амбалуса не надо было. Достичь поверхности было нереально. Ни физически, ни посредством радиосвязи. Поэтому все просто. Гони под лодку компасу 2. И надейся, что остальные сделали так же. Не перегружайте водометные движители. Понятно. Движитель. Такое слово смешное. Обычно. Двигатель, да? Движители. Слово. Движуха. Да. Движу. Движемся. Смотрим на загрузку. Алло, приехали. 8% кислорода, смерть. Вон кислород, бери. Где? Вот. Есть, жесть. Ковздец, Петрович. У нас тап. Задание есть? Личный состав.
А, вот мы кто? этого нашли. Доктор П. Одиночка, не слишком-то и скрывающий свою интровертность, обустроился в геологическом модуле. Казалось, будто стены подводного дома сперва проглотили доктора, а затем выплюнули обратно. Я почти могу представить себе его лицо в тот миг, когда драгоценные бумажки разлетелись вокруг и повесился под его лакированными ботинками. Мать природа сурова, если она ломится к тебе, то сразу со всех сторон. Тоже чел какой-то знакомый, как дед. Вот он, мы его вот нашли в таком Ага. положении. Что-то вы все молодые исследователи. Корея, понятно. Сконч. Статус сконч. Зашибись. Кто такой сконч? Вон, пойдем убирать туда. И... Что-то там такое, смотри. Видимо, что-то мешает. Обычно подводные дома были все время полностью освещены. Большая часть оборудования была... Некоторые световые и контрольные приборы все чаще работали. Поэтому темно не было, но свет потихоньку угасал. Это было похоже на искусственное поддержание жизни. Туда нельзя, да? Я вот эту дверь могу открыть. Ну, а там бочку не убрать, да, Не, получается? бочку там ничего не убиралась. Так, что-то страшновато как-то, хер его знает. Ну, мне сегодня как-то не очень страшно. Ну, может быть, что-то еще и напугает. Это мы где? Е открыть дверь. А задание, посмотри там внутри, вот так, голову поверни. Разблокиру. А как ты задание смотрел? Один, два. Что-то там осьминожка, смотри, над Да человеком пускай торчит. он его... вставай, иди. Он колдует, хочет, чтобы А-а-а. он его оживляет. Смотри, это что, Экзорцизм. тренажерный зал, что ли? Да. Беговые А вот дорожки. осьминог там тренируется. Здесь это какие-то ящички персональные, да? Да. Чтоб люди кушали, а потом шли и сбрасывали все, что не нужно. Блин, можно было потерпеть чуть-чуть, но И 78%. тигр. Сейчас нам предстоит драка. Ёб твою мать, что за шняга? Кто-то сходил в туалет и смыл его. Фиг его знает. Ну что, Сквидвард, хватит гипнотизировать труп. Да. Падальщик ты. Куда-то пробираемся. Точно этот анабиос нахрен. Воу. Я уже собиралась зажечь сигнальный факел. А, полный запас ракет. Да, не зря ракеты дают. Типа Ой. каюты. Ой, не каюты, камеры. О, телефон даже звонит. Зашибись, под водой телефон звонит. Ну, полная чушь. Не закрыть эту дверь? Дверь закрыта. Ты слышал, что ты сказал? Не закрыть дверь, да, я сказал, не открыть. О, сотовый звонит под водой. Ау, у меня галлюцинация. Конечно, да, телефон здесь будет звонить. Он на специальном каком-то скафандре. Алло. Вот он. Не... Сейчас повернемся и будет. Бей кнопкой мыши. Ты падла. Все А что нормально. мы здесь-то оказались? Не знаю, глюки. Че, дубль два? Да. Дубль два. Сколько проводов? Подожди, стоп. Мы откуда шли? Я запуталась. Ну иди сюда, мы здесь не были, Здесь похуй. вроде бы А был вот здесь был шкаф, помнишь? шкаф, да. Открой дверь, чтоб мы зашли втроем. А это что? А это какой-то туалет. Ой, маленький паучок. Туалет. Да, уже разрушен. Оно неотступно. А еще это противоестественная изоляция. Мелочи начинают разрастаться. И все внутреннее барахло, что ты притащил с земли, начинает напоминать о себе. Кто-то легче справляется, а кто-то хуже. И зачем ты сюда пришел?
пасту там от этих или анализы. А, ну типа здесь ракеты какие-то, понятно. Анализы взять. Фиг его знает зачем. Ничего, посмотри, что там по заданию. Разблокируй. А, надо ту херню разблокировать, помнишь, которая красная была, дверь. Вот эту. Он его так и гипнотизирует. Ну, сумасшедший. Ну, может, нам туда и надо. Да я понимаю, что нам туда и надо. Как? Кажется, здесь какая-то фигня появилась. Разблокировать. Вот как можно разблокировать ее? Ну туда, к челу, иди вот этому. О. Вот к нему, наверное, идти. К доктору надо идти, ключ взять. Вот к этому? Угу. А я туда смогу зайти? Хер. Тут же стекло. Бей что-нибудь. Не, нихера. Ну что-то здесь не то. Вот это кальмар. Вот это кальмар. Кальмар, думаешь? Mm-hmm. А, ну да, да, похож на кальмара. Кальмары вкусные. Давай, нормально. Только дорогие, зараза. Сейчас ну уже... что делать-то, ёбок-лоб-лоб, жоп-лоб-лоб. Консервированная банка маленькая кальмаров. 70 рублей. Что, обратно пойдем? Обратно? Или я не знаю. Что-то здесь надо искать, наверное, сзади. Вот здесь вот. Давай попробуем. Что-то мы не нашли, наверное. Наверное, что-то не нашли. Вот у него какая-то херня там. 25. Вот здесь нету ничего. Мне бы кислородика чуть-чуть подышать. Ну ищи. Вот нам туда. Разблокируйте дверь. Ну капец, каким хером? Unlock. В дверь нельзя зайти? Блин, ну подохнем, значит подохнем. Вот, что здесь за ложка? Сигнальная ракета взад. Там ничего нет? Не-не-не, здесь ничего нет. Мигало бы нам. Ой, он аж сюда забрался. Пойдем тогда отсюда. Как неудобно-то. Ну, просто дело в том, что... 15%. Здесь, видите, весь обзор почти закрыт. О, вот эта дверь не открывалась. Кстати, да. А чё она не открывалась? Вот эти двери все, они не открывались. Тут только одна. О, что там лежит? Внизу ничего, посмотри. Ничего там не лежит. Светилось, видишь? А, это звёздочки. Тьфу, ёпта. Как и... О. Назад? Что назад? Или вперед? 5%. Да дайте кислород-то, ёпта твою мать. Если не видишь кислород, уходи отсюда. Ну все, товарищ, ты сейчас будешь таким же скафандром. Как и все остальные. Вот что-то у него высокое... Чё ты там испугался? Сейчас у него кислород будет. Всё, и мы такие же, как и ты. Где не нас... двигаешься, нет? Кислород — это жизнь. Да как вы... Берегите его. Слушай, помнишь, ты там взяла кислород, не надо было его брать. Да просто я походила. Ну да, наверное, не надо. Надо было его ставить. Вот он здесь был, понимаешь, его не надо было брать. Сколько у него процентов сейчас? Максимально. Ну вот, максимально. И здесь кислород один есть. Не надо было. У тебя было 73%, ты взяла кислород. Ладно, все, не будем брать. Его надо брать по минималке, понимаешь? Вот сейчас здесь, ну, шарится. Сохранение надо. Здесь прошло, в общем-то. Не знаю. Вот оно здесь. Сейчас есть. Мы посмотрим на эту психоделию. Ты двигайся быстрее тогда. Normally the habs are lit up top to bottom. All the time. A lot of the gear was waterproof. Ты просто посматривай на табло. Если 50-40, не бери пока. Оно, кислород там один есть, остался. Нам надо эту шнягу всю пройти. Мы на одном баллоне сейчас все пройдем. Просто открывай их и ничего не ходи. Не ходи туда. Так, о, еще телефон даже, ёб твою мать. Так а что телефон? Телефон быстро. Куда то... нас скосило, я не понимаю. Что-то нас телефон, скосило. Потом... Скафандр. Потом глюк будет, потом это, потом... Сейчас это... осьминожка будет. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ай-яй-яй-яй-яй.
Все нормально. Теперь идем. Я просто ходила долго. Так-то можно и с тем-то можно было пройти. Вот сейчас мы должны сюда зайти, потом мы выйдем, и тут будут сейчас вот эти, как их там называется? Надеюсь, что вот эти вот, да, будут стоять. Уже другое дело. Так, теперь мы пойдем дальше в двери, сейчас будут дальше какие-то глюки происходить. И, наверное, мы в конце найдем все-таки то, что там надо найти. Здесь нихера нету. Что там сейчас будет? Ничего. Опять глюки. Хватай! Херач рукой, ногой, сигналив. Ну чё вы все ходите, чё вы все бегаете? Опять в какой-то комнате оказались. 64%. Заходим в следующую. Здесь вроде нормально. Заходим. В эту не зайти. Значит, зайти в эту. Да. Пустышки комнаты. Ну, фишка в том, что в них заходишь, потом какие-то херы. Что это такое? Сразу взяла. Немного оставалось, блин. Это такое? Вот здесь мы были. А что, опять в сортир пришли? Блин, да как нам эту потную дверь-то открыть? Здесь типа туалет, что ли, да? Да. Нарисован такой значок. Там были? Там были. Да везде мы были, наверное. Тут были? Да, кулаки были нарисованы. Здесь. Компьютер. Компьютер. Ну, я не понимаю, что здесь нужно сделать, чтобы что-то произошло. Я думала, подойди, может к двери. Быть. Чем? Чего? Можно в серверный. Серверная. Карта есть серверная? Где серверная? А как? Назад, наверное, серверная. Там тоже нету. Там ничего нету, там одни комнаты. Серверная. Пойдемте искать серверную. Там у нас еще один дихлофос остался. Ускоряйся, тогда полетели. О, хорошо. Вон там серверная. Больше нигде. Мне кажется, баллон надо вытащить, долбанный. Долбани чем-нибудь. Здесь то же самое. Баллон можно чем-нибудь долбануть? Рукой, ногой. Нельзя. А в управлении написано, может, здесь какие-нибудь кнопки? Может быть, вот здесь вот компьютер, как раз какая-то серверная, да? Похоже вот? Может быть, здесь что-то... Сервер, слева. А, вот здесь какие-то были эти кнопки. Доберитесь до отсека челнока, войдите в челнок. Мы уже входили. Что за челнок? Куда мы входили? Что это за... Попытка связи. Связь с поверхностью отсутствует. Все, все, зачем ты еще раз? Это что за хер? Как они под водой работают, еще не понимаю. Вот это что такое? Мы здесь не были. Ну
Ну, серверная, я себе представляю комнату, типа компьютерный какой-то, где... Сервер, служба. Где вот что-то такое, там всякие вот техника, там все дела. Вот. Чего? Воу! А, нет, рука. База данных обновлена. Может, нам это как-то поможет в нашем пути? А, вот. А, мы женщину какую-то нашли. Да пос... Ну, читай. Миталь Кейн Кейт Палави. До спасательной капсулы Палави добежала первой и попала под взрывную волну, когда капсула получила пробоину. Запечатанная ловушка, пожар, распространяющийся быстрее... Реактивы, замкнутое пространство, избыток кислорода. Как химик, она осознавала риски. Это, однако, не мешало ей ворчать об ограничениях, мешающих исследованиям. В подводном доме у всех были трудности и личные, и по работе. Но мы, по крайней мере, были в одной лодке. В погребальной ладье викингов, как оказалось. Нет, ничего там она не помогла. А где она вообще? Что-то я... Сохранение было, нет. А, вот она, здесь вот она лежит, понятно. Не знаю, Лёш, наверное, было там вот, где там она была. Может, здесь что-то нажать надо? Доберитесь. Что здесь сказано? Все, здесь закончим. Пишите подсказки, кто что знает, что здесь делать. Потому что мы что-то немножко запутались, вроде коридоры все одни и те же. Все, подписка на канал, свою группу контакта, комментируй, поставить лайк, пока. Пока.